такая легенькая музычка прикольная. Это а моя Максим. Релакс. Вот у меня не сомневал. Привет, друзья, с вами народная компьютерная мастерская, иногда народная. Так называется. Да, это почетный титул, я считаю. Мы в городе Белгороде находимся. Даня, Ваня, оператор Антоха. Саша, между прочим, полетел сейчас забирать радиатор охлаждения с прошлого видео для суперапгрейда Alienware 1060 и видеокарточку, чтобы мы туда вставили. В связку с i7 третьего поколения. Вообще жесть какая-то будет. Надеюсь, завтра мы про это снимем ролик. Ну а сегодня есть тема, которую надо обсудить. Она максимально банальная и простая. Вот мы заговорили про народность, Вань. Что ты понимаешь под словосочетанием? Ну вообще, что такое народ? Вот для тебя народ, как ты это вот... Народ — это такая куча людей, которых пытаются обмануть. Вот для меня что такое народ. Потому что я когда слышу что-нибудь «народ на этом», что-то я думаю, все, что-то нехорошее. Что-то не то, да? Ну, понятное дело, что, допустим, тоже Volkswagen, да, это как народный автомобиль считался. Да? Народное — это что-то популярное, доступное. То, что может себе позволить большая часть населения страны. Вот так вот. Ух, круто. А как ты относишься к понятию «народная сборка»? Ну, если это собирал народ, то так себе. Вот. А если... А если собирает профессионал для народа? Где же мы его возьмем, этого профессионала? Если, да, для народа именно, что можете получить, то, конечно же, только хорошая. Хорошая. Итак, у нас давно не было, друзья, сборок. И сегодня я хотел вместе, знаете, я постоянно сам кручу, постоянно все отдельно работают. Ванька там, вот его рабочая атмосфера. Он тут одновременно 4 ноутбука пытается оживить. Сашка, это там не лучшая, скажу, позиция. Один Антон аккуратно сидит, у него там все по полочкам. Ну, менеджер, что сказать. Человек, который понимает, как управлять. Сегодня у нас сборочка. Действительно, ее можно называть народной. Надеюсь, вместе мы с Ванькой соберем. Вот. И народная сборка. Это подразумевает то, что сборка в любом случае недорогая, Вань, согласись. Ну, потому что народ у нас... За 500 рублей. Давай вот так сразу, знаете, чтобы комменты забомбили. Как ты считаешь, какая средняя зарплата по России? Как ты реально думаешь? Это реально. Вот есть, реально, я больше чем уверен, со мной многие согласятся, это 25-30 тысяч. Вот это, я думаю, средняя зарплата. И сейчас 90% говорит, ты чего? Я за десятку. Когда ну, то есть, на самом деле, да. То есть, зарплата в среднем, вот если там около 20-30 тысяч рублей считается средней зарплатой. То есть, на самом деле, но, опять же, большое количество населения живет далеко за чертой средности. Средности, можно и так назвать, да. Поэтому сборка у нас сегодня будет, ну, скажем, назвать, она не совсем бюджетная, но она народная в том смысле, то, что если вы, в принципе, собираете частичный взнос, частичный взнос, будет очень актуально. Ванька не знает, чем мы будем заниматься, поэтому я его, так сказать, но на то он и максимально гибкий человек, чтобы все... У нас сегодня, Вань, будет сборка на Райзене. Сборочка на Райзене будет хорошим. Я тебе сейчас дам... После того, как ты сказала, что будет народная сборка, я сразу понял, либо 775-й сокет, либо Ryzen. Тут другого не дано, действительно. Вот, у нас есть купленный без НДС по уценочке за 7100 Ryzen 2600. Это классный камень. Вот, я буду рассказывать, Ваня, ты, так сказать, будешь рукой, которая творит. Это 2600. А я буду делать так... Вот так, да. Классный. Камушек. 6 ядер, 12 потоков, лично выложил за него 7100, то есть он абсолютно новый, но без НДС, у нас друг подогнал. То есть не Ryzen 7100, это его цена, да? Да, это не Ryzen 7100, это действительно его цена. Следующий момент, который у нас будет, материнские платы, тоже парочку важных моментов скажу для вас, друзья. То есть если мы говорим про бюджетные сборки, существует у нас, понятное дело, O320 чипсета для M4 платформы. Вот, и здесь нужно четко, прекрасно понимать. Я считаю, самая, наверное, сбалансированная материнская плата, можно гнаться за полной дешевизной, то есть взять материнскую плату без каких-либо фич, там, с двумя слотами оперативной памяти, но это немножко урезает наши возможности. Особенно, если у нас, скажем так, на материнской плате экономить стоит, но есть определенный этого лимит. Здесь что красиво, то, что, Ванька, согласись, 4 слота под оперативку лишними никогда не будут, если мы захотим делать какой-либо апгрейд. И есть слот, разъем под M2. То есть мы можем сюда SATA-шную SSD-шечку вставить, либо PCI-Express, если нам нужно. Вот, поэтому, Ванька, можно камень сразу туда закидывать. Выручай, помогай. Ванька будет на фоне кидать. У нас будет комбинация абсолютно боксового кулера. То есть, несмотря на то, что процессор OEM, вот, желательно Ванчес этот, да. У нас, смотри, Ванька ставит этого красавчика. Да, что главное в Ryzen, никогда не спешите. Если у вас что-то не получается, перепроверьте 5 раз. Потому что сокет восстанавливать ножички это очень-очень дорого. И неприятно. Угу.
Все, Ванька поселил наш камень. Выдохнули. Да, выдохнули. Абсолютно стандартный боксовский кулер. Ванька сборками у нас, ну, практически не занимается, поэтому, безусловно, это немножко не его стезя, но и тем хорошо то, что у нас будет действительно опыт человека, который, скажем, в принципе, если кто-то из вас в компьютерах соображает, вот это, вот скажем, отвертка у тебя нормально, Вань, подходит? Да, да, да. Раскручивается. Вот, у Ванька на хорошем примере, то есть все, если какие-то у него ошибки или нюансы будут, это мы тоже с вами увидим. А я дальше пойду, пока мы делаем. Смотрите, следующий момент, безусловно, мы упираемся. То есть у нас есть процессор, мы купили его новенький с полки магазина. Ryzen, конечно, 1600, 2600, 3600. Все, что, как говорится, хватает вашего бюджета, на что хватает, это все действительно отличные процессоры. На сегодняшний момент без каких-либо проблем. Материнская плата. Советую от 350-го чипсета, если мы говорим про 6-ядерные 12-поточные процессоры. От, чтобы было, на всякий случай, 4 слота оперативки и PCI-экспресс-слот. Ну, вот такие вот банальные вещи, не PCI-экспресс-слот, а M2-слот. Если такие банальные вещи есть, это значит, уже более-менее нормальная мамка, ее можно брать. Это грубо, конечно, но я надеюсь, мысль вы поняли. Теперь следующий момент становится оперативная память. Оперативная память тут, конечно, просто может крыша поехать. С одной стороны, мы хотим сэкономить, потому что все-таки сборка у нас бюджетная, народная. С другой стороны, оперативная память действительно может быть очень дорогой, вот, и производительной. Нет, с другой стороны, знаете в чем? Ryzen-то очень любит быструю память. То есть у нас получается такая двоякая ситуация. Хотим и денег не переплатить, и получить более-менее адекватную производительность. Здесь, честно сказать, если мы собираем, скажем так, экономно, я стараюсь особо, наверное, не заморачиваться, серьезно. Хрен с этими парочками там FPS, в зависимости от разгона оперативки. Все, что вам нужно, максимум бюджет. Это мы берем две планки по 4 гигабайта, если у нас тем более есть 4 слота. Неважно. В данном случае вообще, видишь, сборную солянку здесь сделал. Здесь у меня есть планочка Patriot частотой 233. Есть планочка от Goodram частотой то же самое. Есть планочка от Samsung на частоте 2400. То есть, в принципе, конечно, самые дешманские вот такие планочки специальные их взял для того, чтобы есть там хорошие хаперксовые всякие такие памки. Но здесь мы посмотрим, как ведет себя максимально дешевая связка. Постараемся сделать двухканал из вот такой вот ерунды, риски, которые вы на себя берете. Безусловно, некоторые плашки памяти друг друга могут не очень дружить. Это факт. А плюсы в том, что это действительно реально дешево. Найти там на бу-рынке, либо максимально дешевые новые с полки магазина, это максимально просто. Либо, то есть, советую, если мы все-таки бюджетно, но хотим 8 оперативочки с этого начать, и 4 слота у нас есть. Берем 2 планки по 4 гигабайта, и все у нас бодрячком в двух канале будут работать. Потому что, безусловно, пропускная способность для нас важна. Когда мы имеем дело непосредственно еще и, как говорится, с разыночком, это прям максимально-максимально хорошо. Ванька там уже ставит потихонечку систему охлаждения. Оперативная память тоже на очереди закручивает. Пока Ванька все это дело закручивает, следующий момент. Теперь мы, то есть у нас есть процессор, есть материнская плата, более-менее адекватная. Оперативная память. Если мы говорим новую такая плата, она стоит до 5000 рублей. Скажем, я ее, по-моему, тоже мы по оценке брали в районе 3900, сейчас она там в магазине 4,5 около того может стоить. То есть, ну, такая не самая, скажем, дешевая материнская плата, но вот я считаю, от 350-го чипсета, потому что статистика говорит о том, что, опять же, слишком много плат на 320-м чипсете действительно с некоторыми браками процессор не выдержит. И все, допустим, камни, которые реально умирали... Особенно, когда гнать начинают. Да, и все камни, которые, допустим, умирали, они действительно были на максимально дешевых материнских платах. Следующий момент у нас жесткий диск под систему, накопитель. Тут несколько вариантов. Опять же, я же говорю, мы берем с M2 разъемом для того, чтобы вставить максимально компактную SSD-шку. В данном случае мы используем, ну, чуть ли не самую дешевую. Это VD Green, обычная SATA. Скорость у нее там около 500 мегабайт, просто чтобы сэкономить, чтобы это максимально аккуратно смотрелось. Плюсы в том, то, что у вас это не занимает отдельного места, то есть это максимально гармонично, лаконично смотрится, вот, и производительность более чем достаточно. То есть смело можно такую ерунду выбирать. Ну, наверное, по опыту работы смело советую. Ванька, тоже тебе можем дать. У тебя тут, да, винтик, по-моему, у тебя там есть. Да. Можно это все дело прикрутить. То есть рекомендую, если есть возможность, безусловно, PCI-Express будет приятней. Это факт. Но если хотим сэкономить, берем обычную SATA-шную SSD-ху, ничего страшного, тоже будет прекрасно. На самом деле, по скорости работы, по ощущениям, вообще никакой особой разницы нету. Да? То есть, с точки зрения, как это все загружается, реагирует. Но если мы копаемся глубже, вот, тогда можно будет ощутить некоторые нюансы. Плюс моменты эстетики все-таки. Да, да, безусловно, эстетика, вот Ванька подсказывает очень хорошо. На чем у нас... оперативку, Ванька. Давай с тобой рискнем, поставим как раз в A2B2 какие-нибудь... Ну, давай дичь возьмем, вот Goodram. И Патриот. Посмотрим, заведется ли эта вся шляпа у нас вот в такой комбинации. Вот. Ванька устанавливает эту всю штуку. Давайте
Посмотрим пока. Всегда убедитесь, что опера у вас защелкнута, потому что, я бы сказал, наверное, процентов 50 вот всяких несуразных случаев происходит из-за того, что опера просто не защелкнулась. Красота. Ну так, контроль, легкий контроль качества, смотрится симпатично. Зеленый текстолитный оперативки, SSD-шка VD Green, она просто говорит само за себя. В принципе, что, бодрячком, Ванька, на самом деле, опять же, смотрите, тут вы можете говорить про расположение, скажем, кулера, имеется в виду надпись AMD, кто-то любит так, по факту разницы, честно вам скажу. Должна охлаждать. Давайте просмотрим. На систему, Ванька, на тестовый стенд пока. Первое, что нужно сделать, это безусловно, это проверить на запуск, заведется ли это у нас штука или нет. Пока Ванька это проверит, там есть у нас проверочная, Ваня, видеокарта, вот видюшечка, на тестовый запуск и от блока. Я скажу следующий момент, который мы используем. А теперь нужно четко понимать. То есть у нас есть оперативная память, у нас есть мать, у нас есть процессор. Что нам не хватает следующего? Нам не хватает, ну, наверное, начнем с видеокарточки. Тоже, если мы говорим про народные сборки, мы используем народные видеокарты, такие как RX 570, 580, 1050, 1050 Ti, 1060, и в этом определенном бюджете, который гармонично смотрится с этим процессором. То есть все, что я сейчас перечислил, без проблем можно покупать, на бурынке их очень много, с майнинг ферм тоже зачастую можно советовать, потому что некоторые видеокарты просто в идеальном состоянии бывают, работают очень долго и счастливо. Тоже можно смело брать. В нашем же случае, мы, она у нас уже в нескольких, так сказать, видосиках светилась, поэтому тоже используем без каких-либо проблем. Это RX 570. Вот такая вот красота. На 4 гигабайта, доп. Питания много, сейчас про эти моментики тоже уточним. Но сначала пусть Ванька там нам проверит на тест системы. Угу. Так. Так, ну угу. Что, основные моменты мы подключили. Ключ на старт. И сейчас посмотрим. А ну сразу можно, в принципе, клавиатуру подкинуть. Системы нет, да? Нет, системы нет. Мы сейчас будем чисто на запуск проверять. Вот, так сказать, основные моменты проверим. Ну и можно в BIOS выйти, даже без системы, и проверить. Так. Включение пошло. Первый запуск всегда может быть очень-очень долгий. Минута, две. Так что ждем пока. Вот, и не волнуемся, если у вас сразу что-то не запустилось. Как сейчас, да? Да. Во! Есть старт. Пишут, что системы у нас нету. Ну, просто можно в BIOS выйти, вот посмотреть. Главное, что все железо, значит, у нас функционирует. Ну, по поводу оперы еще точно не могу сказать, функционирует или нет. Да, все слоты. Пишет только вид гик. Ты гадость такая. Такая игрушка, говорит, черечка. Угу. Все, мы в BIOS'е можем посмотреть, что, как он выглядит, что происходит. Все. Главное у нас запуск. Я слышу успех. Да. Только отдал человек клиенту ноутбучек. У нас видите, как все происходит, настоящая жизнь. Заходят, забирают. Вот Ванька, да, слушай, ну означает, что оперативочка у нас определилась. Восьмерочка, да? Не видел, должна быть восьмерка. Не видел, что там писалось, да? BIOS, кстати, прошитый F50. Здорово. Просто вообще отлично. 19-го года. Огонь. 8 оперативки. Угу, все увиделось. 2600. Супер. На чем я остановился? В принципе, да, последний, наверное, парочку слов скажу про видеокарту и блок питания, который мы сейчас это все закинем в корпус, подключим и, безусловно, затестируем, посмотрим, на что это способно, потому что, возможно, кто-то себе тоже что-то подобное собирает. Первое, при вот видеокартах очень важный момент, Ванька со мной, безусловно, согласится, это, конечно, когда мы берем видюху, часто очень бывает, даже люди вот у нас покупают видеокарту, приносят домой, и оказывается, что блок питания, допустим, не имеет доп. Питания под PCI-Express видеокарты. Это что означает? Скажем, здесь у нас мощный вариант, у нас здесь 6 и 8 пин.
Это означает, что нам блоки также нужны, нам 6 и 8 пин, грубо говоря, вот такой вот коннектор должен быть, чтобы мы ее прекрасно запитали. А вот вопрос еще, кстати, был, типа, важно, там вот эти вот, они там все вместе должны идти, там 6 и 8 быть, или по отдельности? Они могут и по отдельности идти, можно подключить по отдельности, можно и вместе, то есть это не принципиально. Вот зачастую там некоторые пины вообще просто служат, как, они замыкают и определяется, как будто ездят питание. То есть это не принципиально в целом. То есть и так можно запитывать. Не суть. Соответственно, обращаем внимание на это. То есть если вы понимаете, что блок питания у вас, скажем, дешевый, нет таких... То есть очень важный момент понять, есть ли на блоке доп. Питания для вашей видеокарты. Если нету, тогда брать видеокарту заведомо с более низким энергопотреблением. Такой тоже вариант существует. А так, рекомендации для таких... Такие сборки в среднем потребляют не выше 300-350 Вт при полной нагрузке. Это означает, что нам нужен хороший 500-ничек, у которого КПД будет высокий, либо с запасом, ну, скажем так, 600-ничек, у которого будет КПД не супер. Чтобы действительно было минимум там, 450 Вт по 12-вольтовой линии, и мы чувствовали себя прекрасно. То есть основные такие моменты. Обращаем внимание. 12-вольтовые линии, вот что имеется в виду. Допустим, у нас вот есть залман на 1000 ватт здесь идет. И мы смотрим, что у нас выдает по двенашке. А мы здесь, честно сказать, я не вижу, что он нам пишет конкретно. А, он пишет именно в ваттах так. Ну, не суть. Сейчас я покажу, наверное, на каком-нибудь примере в плане, вот, допустим, Аэркула. Более простенького. Секундочку. Оп-оп-оп. Ну вот, да, наглядный пример. То есть, особенно в таких дешевых сборках будет использоваться вряд ли какие-то крутые блоки. Это блок питания, кстати, который прокачанный уже самостоятельно, то есть действительно с дополнительными элементами, которые. То есть от VX550 тут осталось только название. Более крутой блок. Но в стоке он шел как раз на 504 Вт по 12-вольтовой линии. То есть, ну, якобы заявлено, у нас 500 Вт тут должно он выдавать. Понятное дело, что сбрасывайте на всякий маркетинг, тут 400 каких-нибудь 50, вот, надеюсь, и будет. Слава, хорошо. То есть, такой вот блочек, в принципе, подойдет под нашу сборку, но, опять же, смотрим, бац, момент, и у нас здесь всего, ну, в данном случае, всего 6 пин доп. Питания. Хоп, и все, то есть под эту видеокарту нам уже не подойдет. Поэтому все, это основные моменты, мы сейчас с Ванькой быстро закидаем все это в корпус на красивом таймлапсе, вот, и посмотрим, что эта сборочка в итоге имеет. И покажу несколько моментов банальных, там, по оперативной памяти и тому подобное. Надеюсь, это будет очень полезно. Конца под песней Максим. Посмотри, какая штука красивая пришла. Это Сашка принес нам уже просто на станочке навели полную красоту. Выровняли площадку, то есть теперь у нас по факту 1060 должна залететь без каких-либо проблем. А это означает, что завтра будет сумасшедший апгрейд старого аппарата. И ровненько, ровненько. А у нас ананас. Сборка. Народная сборочка, она завершена. Безусловно, тут ни в коем случае не претендуется на какую-то, знаете, какой-то идеал. Мы собираем по факту из того, что есть у нас в офисе, и то, что действительно люди часто приносят. Такие аппараты на 2600 Амбразин с 570 Рыксиной, просто классика жанра. Посмотри вот на эту красотень. Простенькая оперативочка в двухканале, простенькая SSD-шка, 570 Рыкса, купленная с майнинг-фермы. И простенький корпус. В данном случае у нас Aircool Bolt, если мне память не изменяет. И самое главное, что нужно запомнить, что у него можно делать вот так. Все остальное про этот корпус, главное знать, абсолютно никакого смысла не имеет. Теперь важный момент, который я хотел посмотреть. Ванька, наверное, да, сейчас, подожди, секундочку. В общем, мы когда загружаемся в систему, у нас что есть? Смотри, что у нас есть. Кстати, люди пишут, диспетчер задач, Ctrl-Shift-Escape. И вот непривычно, как-то не знаю почему. Ладно, смотри, память у нас работает в стоке на 2133 МГц. Это наши две планочки, видишь?
второе, четвертое гнездо, 233, обе работают. И максимально, то есть первое, что нужно сделать, когда мы такую систему поставили, все-таки немножко ее, это не назовешь разгон, это просто за счет, не знаю, там, грубо говоря, профиля биуса, такое можно сделать. Заходим сразу в биосы. Ну, 233, конечно, это маловатенько для 2020 года. Заходим, в данном случае у нас плата гигабайт. В Advanced Memory Setting, расширенные настройки памяти. Здесь наша память смотрим. Просто берем и выставляем ее. Спокойно, я даже по опыту работы скажу, на 2666 МГц можно без проблем выставлять. Сохраняем настройки. По идее, мы сейчас должны будем загрузиться. То есть, вот буквально... Две кнопочки у нас память уже работает хотя бы на 2666. Это, Ванька, я считаю, приятнее, чем 233 однозначно. И для народу... Учитель математики был бы тобой рад. Кстати, у меня по математике до 7 класса были пятерки, потом что-то пошло не так. Вот, но мы хорошо с ней общались, с учителем математики. Сейчас проверим, давай быстренько. Друзья, использую благодаря вашим советам Ctrl-Shift-Escape. Смотрите, мгновенно выхожу. Диспетчер задач, производительность, память 2666. У нас есть парочку тестов, буквально символических. Безусловно, у нас есть мощная игрушка Assassin's Creed Odyssey. Посмотрим в бенчмарке тест ее производительности. В среднем сколько FPS, Full HD экран, высокие настройки. Чтобы вы понимали, насколько действительно тяжелые игры здесь будут идти. Ну и, конечно, не обойдется без классики жанров. Ванька, человек, который отказался от выступления за... Основной состав Нави. Просто у меня нет времени всегда на работе. Это факт. И мы обязательно проверим КС-очку, проверим танки. Сашку тоже позовем на секунду, потому что сборка народная. А народ у нас что делает? Народ у нас играет. Ваня, вот по твоим ощущениям, какие, наверное, сейчас самые популярные игрухи? Ну, танки, конечно же. PUBG, к сожалению. Как вы в него играете, люди, я честно не знаю. Ну, КС-очка родная, добрая, старая. Но это по-любому, что сейчас... Большинство рубится. Но я думаю, еще много игр, которых я даже не знаю. Ну, а вот если ребята спрашивают, Вань, какая твоя любимая игра, что бы ты ответил? Half-Life 2, конечно. Half-Life 2? Да. И что тебе запомнилось там больше всего? Да я его всю помню, поэтому. Метро, кстати, Exod очень понравилось. Вот. В общем, ты любишь такой постапокалипсис, да? Я готовлюсь к будущему. Вы думаете, почему Ваня топор там стоит? Это факт, действительно. Наша задача сейчас максимально простая. Безусловно, я ни в коем случае не рекомендация в том плане, что берите самую дешевую оперативную память, у вас все прекрасно заработает. Просто я показываю вариант, что так действительно можно сделать. То есть бюджетненько и абсолютно функционально. То есть память запустилась, сейчас если бенчмарк пройдет, то нареканий никаких не будет. Температуры здесь также можете быть спокойны, даже в закрытом корпусе. Здесь у нас есть вот такая вот акрилка. То есть это, к сожалению, не закаленное стекло, но оно нам и нужно. Этот корпус нам обошелся, по-моему, в 2300 рублей. Ну, более чем аккуратно, я считаю. То есть такая коробочка стоит и симпатично смотрится. Температуры не выше 80 градусов. То есть, в принципе, терпимо для общей этой системы, назовем так. В зависимости, безусловно, от нагрузки. Но такие аппараты, это просто вот идеальный, наверное, баланс с точки зрения инвестиций, денег и то, что ты получаешь. То есть процессор с запасом, безусловно, на будущее, с возможностью апгрейда. Видеокарта, которая тянет все современно, что нужно. Давай в настройки быстренько залетим, в графику перейдем. У нас очень высокие настройки, опять же, Full HD разрешение. И все, что нам нужно. Ванька, ну предположи, сколько у тебя будет, сколько будет FPS в среднем? Слушай, ну трудно сказать. Ну, полтосик, я думаю, будет 40-50. Полтосик, я тебе скажу, выбивало на 3600 Ryzen с более такими бодрыми видеокартами, типа там от 1060, 6 гигов и тому подобное. Вот, ну, скажем, до полтосика должно быть. В любом случае выше 30 FPS, в этом мы сейчас с вами прямо быстренько и убедимся. И после этого действительно народные игры, потому что Odyssey это не народная игра, это игра для мажоров, она, по-моему, бешеные деньги стоит в Steam. Ну, вот. Я начал играть в Odyssey, пока ты не продал системник, на котором она стояла, как обычно причем. Ты посмотри, слушай, обалдеть, у нас в районе 50 кадров со старта в среднем идет. И достаточно... Ой, а я не запустил этот автобернер. Ну ладно, мы посмотрим, в принципе, просто по ощущениям собственным. Но да я же уже сейчас могу сказать, без каких-либо проблем. Это высокие настройки, Full HD-шка. Чувствую себя комп абсолютно прекрасно. Причем в этой комплектации он не шумит. У нас всего лишь один кулерочек на выдув еле-еле крутится и боксовский кулерочек на системнике. Вообще не крутится на выдув. Не, почему не крутится? Крутится. Закрыл, он просто не видит. Да. Смотрим. Вот у нас подупал FPS-ик, начались, конечно, небольшие просадки, около 40, сейчас держится средний 39, но я думаю, что мы около, да, 39-40 плюс-минус должно быть. 40 выровнялись, небольшие микрофризы наблюдаем, опять могут быть без проблем связаны с оперативкой, потому что 8 гигов для DC это маловато, но мы с этим справляемся, без каких-либо проблем. Отлично. Ванька, я тебе сразу садись, готовься.
Потому что сейчас будет твоя очередь проходить. 42 в среднем, кстати. Отличный результат. Более чем. Давайте зайдем КС-очку и позовем Сашку. Возможно, он покажет, как нужно навалить на танке, Ванька. Но здесь твоя очередь. Заходим. Знаешь, что может быть? Что за счастливый момент? Ты стоишь, облокотившись на холодненькую стеночку. Твой друг рубится на хорошем мониторе, хорошую игрушку. Все у него получается. Надо поймать себя за мысль. Круто, круто. Все живы, здоровы. Тепло, сытно. Антох нам сегодня салат приготовил. Вот. В общем, все тут без меня рубятся, короче. Давай, Ванька. Ну, слушайте, я вот пока Ванька тут стреляет, могу сказать то, что у нас под 200 FPS. 200 FPS, видюха загружена без вопросов. Проц отдыхает, температура, вот вам, если интересно, в игре. На проце 49 градусов, вот что делает боксовский кулер, то есть без проблем до 2600 хватает. Видюха 56, у нас даже до 60 температуры не поднимаются. Оперативочки слегка не хватает, безусловно, но очень плавно. Прекрасный FPS, 280, 240. Ванька, твои ощущения как? Ну да, даже по фронтайму видно, вообще никаких микрофрезов нету. Вот, все четенько. Я доволен. Ну что же, напишите, проголосуйте, потому что народный проц должен достаться народному человеку, Ване, судя по всему, да? Системе. Тем более, Ванька говорит, что он доволен. Не его ставить. Ну давай, Ванька, тест на курицу финальный пройдем. Находи курицу, мочи. Я думаю, КС-очка без вопросов. Народная игра, даже несколько. Народная игра пройдена без каких-либо вопросов. Связка 570-я, 2600-го. Я нашел, зачем бизон нужен в игре. Курицу мочить. Примерно так оно и есть. Отлично. Ну что, можно позвать нашего главного инженера Александра, немножко отличить от мощной работы, и пусть он сделает пару выстрелов в танках для специальных танкистов. Я наблюдал за становлением одного из великих инженеров города Белгорода, одного из самых великих танкистов. На ваших глазах Александр Александров, главный инженер компьютерной мастерской Happy PC, тестирует, народный мастер, я бы уже так назвал Сашку, тестирует это чудо в танках. Сашка, у нас сборочка, скажем, такая, ну, бюджетно-народная. А, это бюджетная? Бюджетно-народная сборка. Как по ощущениям? У нас около 200 FPS. Это средние настройки Full HD разрешения в танках. Ты нам, естественно, должен... Сколько FPS? Около 200. Ты что? Это отлично? Да я такого показателя у себя никогда не видел. Сашка говорит, никогда такого в жизни не видел. Это действительно бюджетная сборка. То есть мы говорим про ценник 30-40 тысяч рублей в зависимости, безусловно, от покупки комплектующих новых, БУшки и, безусловно, цен по региону. То есть, ну, я считаю, это вообще, по-моему, очень неплохой показатель, при том, что максимально плавная картинка, согласись. По картинке, да, ничего. Только на этом экране мне просто не нравятся. Такие цвета не очень. Неестественные, да? Да, темненькие. Темные, затемненные сильно. А так? Если ты говоришь 200 FPS, то даже обсуждать меня не стоит, да? Я до 100 играю там кое-как. Как бы меня это... Да ладно, не расстраивайся. Люди приходят сюда, люди играют там по 20-30 FPS на ноутбуках и не жалуются. Ты говоришь до 100. До 100 это... Нет, это редкость, когда у меня до 100. А так у меня тоже там... Но ты говорил, у тебя еще дома интернет 5 мегабит. То есть у тебя там невозможно практически играть. Ну, отклик. Отклик совсем никакой. Саша, вот мы еще тоже обсуждали, Санька, пока ты ищешь человека на карте, чтобы все-таки сделать коварство. Потому что у тебя код не прокачан. Опа, смотрим, кто к нам хочет в гости заехать. Сейчас мы подождем его. Антош, ну покажи, что там происходит. Народу же тоже интересно. Это главное, чтобы он поднялся к нам. Саш, что для тебя народ? Вот если как бы ты дал определение народу? А как ты дашь определение народу? Народ – ты есть народ. Это люди, которые окружают тебя вокруг. Вот и есть народ. Я прозевал опять светляка. Люди, окружающие нас, и есть народ. А как ты считаешь, народ у нас счастливо живет? В целом? Ну, в целом можно даже вообще это... Рикошет, видишь, как обсудить это понятие, счастливо, несчастливо, ну, наверное, 50 на 50, скажем так, где-то ты счастлив, ой, я убил его. Ты убил его?
Ну, я случайно. Случайно. А еще говоришь, что народ счастливее, не счастливее живет. В общем, если... Интересно, кстати, про, вот про народ очень много можно говорить. Если мы говорим про системник, конечно, он без проблем справляется с такой задачей. Сашка сейчас доиграет, пользы принесет своему народу, но при этом погубит немножко другого. И мы подведем хороший... Ну, это же командная игра. Тут тебе нужно выручать команду, то есть поддерживать тут каждого игрока. Все, Сашка, отлично. Вот. Здесь от команды очень сильно все зависит. Как в нашей мастерской. То есть, видишь, он там два тяжа. Мне нужно ехать к ним и осуществлять им поддержку. То есть, стоять сзади. Когда он уже разрядил в кого-нибудь, мне нужно не давать противнику выезжать, чтобы он уничтожил моих тяжей, которые играют рядом со мной. Вот, нужно их охранять. У меня есть такая возможность, как дальний выстрел. Это чем хорош этот танк, кот. Вот, ищем своих и стараемся им всячески чем-то помогать. Вот они там затаились. Вот кого-то там лупят. Но тут есть вот еще средние. Мы можем тоже тут немного перевесить им картину. А знаешь почему? Потому что у этого танка при правильном попадании очень сильный урон. Так, Саша, мы тебя не отвлекаем. Я понял, ты вник в игру максимально, а я действительно уже подведу, наверное, итоги. У нас ролик получился не короткий, но сегодня мы с вами узнали, что есть такие сборки. Эти сборки максимально можно назвать массовыми. На этих сборках можно смело собирать себе компы. И, как Саша сказал, никогда не видел такого ФПСа. Без проблем для танкистов. Если ты говоришь слабый комп, то да. Ну, слабого не назад, конечно, бюджет 30-40 тысяч это не такой маленький бюджет, но, скажем так, нет, это более чем адекватно, чтобы действительно получать удовольствие от работы с техникой и с компьютером. Более того, безусловно, рендер видео и все подобные графические задачи этот системник тоже справится. Небольшой стрим также без проблем вытянет. То есть сборка максимально универсальная. Я вам многие параметры говорил, которые здесь можно изменять, и тоже будет получаться максимально простая народная сборка. Фух, ладно, друзья, это был вторник в городе Белгороде, компьютерная мастерская Happy PC. С вами был оператор Антон, Даня, Ваня, Саша. Мы подсобрали небольшую сборочку, надеюсь, хоть что-то полезненького вы сегодня узнали. Спасибо, что смотрите нас, это очень-очень ценно. Кстати, я знаю, что хотел вот действительно... Это просто вот сложно в это поверить, но народ до сих пор нас поддержит очень сильно. Сейчас парень приходил, оставил 700 рублей на камеру, в поддержку. И просто я хочу посмотреть, люди, можно я зачитаю, да? 10 тысяч рублей накидали. 10 тысяч рублей накидали, я зачитаю, если можно. Алексей Тищенко, 300 рублей. Ребята, вы просто супер, держитесь и никогда не унывайте, хорошие слова. 175 рублей, Владимир, я сейчас яркость добавлю, смотри, Владимир Нуждин, жаль, что без трех нулей, но просто, Валентин, 2000, Даня, привет, небольшой хелп на новую камеру, рад, что сохраняете позитив, 200 рублей, Абузер, Санкт-Петербург, не грустите, общими усилиями соберем и на целую камеру, успехов и будущих ремонтах, 1500 Олег скинул, ребята, мой вклад, как возврат сделанным вами добра и пожертвований с покупкой камеры. Печальная история с камерой. Надеюсь, народ поддержит. Удачи. Канал Супер. Евгений скинул. А Михаил, посмотрите, скинул 2333 рубля. От души я с вами. Евгений Селецов, 150 рублей на ремонт камеры. Спасибо огромное. Роман, 388 рублей с Лондона. Денег сейчас немного, так как сидим на карантине без разрешения на работу. Но помогу, чем смогу. Это все вот сегодня с утра кидали. Евгений Израиль, 3557 рублей. Спасибо за позитив, удачных новых классных роликов. Дарк, спамчик, 100 рублей. Дмитрий Горцев, 200. В общем, сумасшедшая поддержка от нас. То есть в общей сумме уже накидали, наверное, больше 30, да? Если мне вот так, около 30 тысяч рублей. За что просто огромный вам, друзья, респект. Продолжаем работать, трудиться. Вы действительно очень сильно помогаете, это здорово. Увидим с вами, как всегда, завтра, потому что мы будем делать нереальный апгрейд Alienware. Ставьте и пишите в комментах, если действительно хотите это увидеть, потому что я прям в возбуждении, заработает или нет. И причем нам придется, человек удаленно будет подключаться, чтобы именно с драйверами пошарудить немножко, потому что там есть некоторые моменты авторизации 1060 на таких стареньких ноутбуках. Все, еще раз всем спасибо, побольше друзей вокруг, все пусть в жизни будет исполняться, вот, как у нас, максимально позитивно.